Книга вышла в сентябре. Презентация не получилась из-за пандемии. Рисунки и истории собственного сочинения ребята активно присылали онлайн и по почте, приносили лично. Соавторами Надюшкиных сказок стали более 100 детей. Это ребята не только из районов области, но и других российских регионов. Помогали и внуки курской писательницы. Их у нее 6. В сборник вошли сказки, загадки, стихи. Это совместный проект. Если бы я написала просто сказку и не проиллюстрировала ее, но она бы была неинтересной. А когда вот в ней открываешь, даже вот сама просто открываю, и мне интересно посмотреть, кто рисовал, как. А ведь дети, они настолько тонко видят все. Детские стихи и загадки печатают не только в области, но и в российском альманахе «Колокол». Надежда Винокурова состоит в Интернациональном союзе писателей. Сейчас работает над новым проектом «Лесные приключения». А виртуальную выставку детских рисунков можно посетить и на сайте централизованной системы библиотек Курска, и в социальных сетях.